Солдати, для яких фізично війна закінчилася, чи легко їм знайти місце у мирному житті? Про це сьогодні спитаємо у наших гостей. Один з них настільки зжився зі своїм позивним, що і тепер просить називати його як на передовій. Це Джексон, боєць 93-ї окремої механізованої бригади. Разом із ним друг і помічник, волонтер Геннадій Бутенко. Добрий вечір нашим гостям. Наверное, перший вопрос к вам, Джексон. А почему, собственно, вы Джексон? Ну, это как только призвали, как-то в батальоне, в своей роте, в взводе, назвали Джексоном. Так оно как бы и осталось, и больше, наверное, отзываешься на Джексона, чем на имя, там, или по фамилии, не знаешь уже. Ну, там вот с Америкой ничего не связано, и с Майклом Джексоном тоже ничего не связано. Нет, это не связано, хотя были разные истории, разные... Как говорится, спрашивали люди простые, почему Джексон, все, говорили, что по паспорту Джексон, мама с папой любили, там, Майкла Джексона, ну, то есть, свои есть, своего рода, как бы без юмора на передовой, это вообще можно потухнуть. Ну, я знаю, что вы недавно вернулись, все-таки это курорт, Друскининкай, курорт, как чувствуете себя после приезда? Отлично, отлично, что приняли очень хорошо. Люди отдаются на 100%, на 200% даже, можно так сказать. Они действительно стали не только патриотами Литвы, но и патриотами Украины. Вас там оперировали или вы реабилитацию проходили? Нет, у меня чисто была послеоперационная реабилитация. Оперировали меня на Мечникова, Серко и Пилипенко. Это действительно низкий поклон им, пусть Бог их хранит, руки, которые они уже очень много бойцов прооперировали. Ну, я знаю, что вы не просто Джексон, вы титановый Джексон. Да, титановый теперь Джексон, поэтому... С чем это связано? Титановую пластину поставили в голове, осколок застрял, был в 2 миллиметрах от смерти, так как осколок остановился в 2 миллиметрах от центрального сосуда. То есть Бог действительно есть, и... Благодаря тому, что отец и мать молились, то, что люди простые молятся, действительно, знаете, Бог спасает жизни. И это очень-очень главное. Поэтому могу сказать, что молитесь, и Бог спасет действительно каждого человека. Что сегодня говорят вам врачи? Война для вас закончилась? Война для меня закончилась. Но закончилась физически, а душевно для меня еще в самом... Морально, душевно, оно еще в самом разгаре, так как очень много людей, таких как я, для которых все закончилось, они не знают, где себя найти. И в этом случае общение психологическое какое-то, общение с ними специальное, ну там своего рода, так как я был, я знаю, что это такое. Вот, и пытаюсь теперь каждому помочь, документально, каждому там со знакомыми. Я вот могу представить рядом... Это мой друг, действительно, мы познакомились с ним в госпитале военном. Вот, и они уже помогали, и на сегодняшний день они еще больше помогают. Сделали отделение гнойной хирургии, люди, которые помогают как-то и финансово, и морально, и психологически, и просто они помогают документально, какие потребности есть. И в дальнейшем мы... Будем работать над тем, чтобы больше, больше, больше действительно помочь. Почему? Потому что даже если брать Библию, то спасенная одна душа, ну то есть на небесах это действительно ценится. И я могу сказать, что да, это может быть просто там отделение сделать все, но благодаря тому, что сделали отделение, больше бойцов может поступать, могут брать Днепропетровский госпиталь, больше людей могут проходить какие-то лечения. Вот, но я думаю, докладно Геннадий расскажет. Геннадий, а что значит сделали отделение? Что конкретно там? Ну, где-то прошлым летом мы приехали в госпиталь, к начальнику госпиталя, спросили о потребностях, что нужно. То есть изначально там несколько бойлеров туда поставили, то есть еще там такую-то бытовую химию, такую помощь. А не было горячей воды, да, в госпитале? Не было, на тот момент практически не было, потому что, ну, может быть, 1-2 бойлера было. И все. И нам, то есть начальник госпиталя показал это отделение, оно было полностью в разрушенном состоянии. И как бы он сказал, что очень бы было бы хорошо, если бы восстановить это отделение, потому что это дополнительно 40-50 мест в нем. И вот мы вот с прошлого лета за это взялись.
То есть мы сделали операционную полностью, то есть своими силами. Вы ремонтировали? Да, или вы именно. Нанимали? Нет, вы мы искали за свои средства, то есть наших знакомых. Мы полностью восстановили операционную, там несколько палат, там туалетную, и другие волонтеры тоже подключились, тоже к этому, как сказать, проекту. И в конце концов, вот к 1 января сдали отделение. На сегодня там вот порядка 50 человек постоянно лежит, проводятся операции. Это военных? Да, военных, да, это в военном госпитале. То есть вот на следующий день оно уже функционирует. То есть все там, как бы, все новое, все, то есть евроремонты в палатах, везде. То есть, вы там познакомились с вашим другом, да? Да, мы там познакомились и подружились. Потому что как бы Джексон настоящий, знаете, таких людей не часто и по жизни встретишь, вот, как он. Поэтому вот сейчас мы вместе уже с ним думаем дальше заниматься волонтерской деятельностью. То есть у нас есть контакты и с людьми и в Чехии, и в Литве. То есть будем совместно вот с Джексоном находить людей. То есть, война просто объединяет. Да, война объединяет. Находить людей, которые готовы помочь. Искать, там, вы намерены искать средства? Или вы намерены искать где-то места, где будут принимать людей? Есть украинцы за границей, по всему миру. Да, то есть... И как бы на сегодняшний день они готовы помогать, они действительно патриоты. Есть люди, которые, вот, например, как я могу стоять на передовой. Знаете, это не то, что я могу копать, а могу не копать. Просто, ну, мое призвание было стоять на передовой. На сегодняшний день у меня ранение не позволяет быть. Но я дальше хочу работать, я дальше хочу помогать. Действительно, там, кто на передовой, это уже не просто люди, не просто там позывной какой-то, это братья. Это ребят, просто братишки. А в чем сейчас потребность наибольшая? Есть вот, ну, я не знаю, военный госпиталь, да, вы, так сказать, больше. Медикаменты. Да? Медикаменты. Хотя есть медикаменты какие-то, то есть кровати правильные. Почему? Потому что не на всех кроватях разные бывают степени ранения. И кровати своего рода, ну, как бы, есть те, которые, как говорится, старые еще, совдеповских времен, там, пружинистые, да, там, есть люди, у которых есть ранения позвоночника, они не могут на них лежать. Нужна определенная твердость, да. Нужна определенная подъема. Одна кровать стоит, ну, довольно нормальных денег. Я хотел бы добавить, что Джексон, он первый раз ездил на лечение в Польшу. Там познакомился с людьми Чехии, то есть подружился, которые после этого знакомства с Джексоном, ну, мы с ними связались, ну, сказали им о потребностях военного госпиталя, и от них пришел груз. На 500 тысяч крон, да, порядка 30 тысяч евро. Вот. Это украинская? Это украинская диаспора в Чехии. И, то есть, в 6-ю больницу и военный госпиталь, ну, медицинские там различные препараты были доставлены, то есть перчатки медицинские, то есть, ну, самое необходимое. Самое необходимое, фирма, да, такая, которая предоставила это все, это B-Brown, ну, довольно очень известный бренд именно медицинский. Нет проблем каких-то с получением здесь, там, с прохождением границ, там, подобное? Нет, открыто. Все понимают, что такое действительно. И литовцы, например, когда я был на реабилитации в Литве, да, они нас наградили как бы памятными медалями, да, за защиту украинского народа и за защиту Евросоюза. Почему? Потому что сегодня у нас, завтра, возможно, будет и у них. То есть все равно существует российская агрессия, и действительно они есть на Донбассе. Как бы там ни скрывали, как бы там ни говорили, оно все есть. Просто, ну, как бы, понимаете, мы пешки. Ну, больше в мире, которые решают. Я не вправе осуждать какой-то генштаб, Министерство обороны, президента, правительство, да. Но я могу сказать одну вещь, что им виднее, им больше, как бы, ответственности по-своему. Сейчас, например, взять вот так вот просто, когда Украина переживает дефолт полный, да, там, то есть экономика падает, все, кто возьмет такую страну? Никто. Я действительно благодарен Петру Алексеевичу Порошенко, который действительно, можно сказать, взял в этот трудный момент, и он работает, и он всячески пытается все-таки изменить это. А у вас друзья на передовой? Все, да? Осталось, а там каждый стал братом. И с каждым мы общаемся, есть связь, помогаем, да? Чем можем, всячески поддерживаем их. Где сейчас ваши друзья и где вот вы закончили? Я закончил в Марьинке еще в августе месяце. Меня ранило.
Буквально недавно я был представлен к государственной награде, орден за мужество 3-й степени. Угу. Вот, скажу так, что ну, наша деятельность началась еще моего батальона, 20-й батальон, 20-й отдельный мотопехотный батальон 93-й бригаде, так как нас уже прикомандировали к ней. До этого был 20-й БТРО. Вот, началось с 9 мая в Мариуполе. И по сегодняшний день у нас все равно стоит, что среди ТРОшных батальонов, ну, как бы самый эффективный батальон. Почему? Потому что дается от командования. Командование правильное. Ну, как бы я уважаю очень сильно своего комбата. Это человек, с кем можно пойти в бой. Человек, который действительно достоин. Мы уже ходили в бой, уже знаете. Ходили, да, такое. Знаем. Сейчас там стреляют, там вот. Конечно, ну, перемирие, ну, есть конечно, ли? Меньше. Меньше mm-hmm. стали стрелять. Как бы работают сейчас там в некоторых как бы направлениях, но это опять же, это все по слухам, как бы. Но на данный момент мой батальон удерживает позиции, стоит на позициях, и по сегодняшней вот, даже минуты, час, да, там можно сказать, они все отданы народу Украины. И каждый знает, что пока стоим там, наши семьи дома могут быть спокойными. Ребята, как думаете, война продолжится еще или все-таки... Одному Богу. Есть... Мы можем только предполагать, а Господь располагать. Поэтому все там на небесах, все ответы. В самом начале, ну, в начале нашего разговора вы сказали, Геннадий, что какие-то документальные, да, вопросы вы решаете. В чем проблема сейчас? Это для бойцов, опять-таки, я понимаю, да? Ну да, ну то есть нужно помогать ребятам получить статус участника АТО. Есть то проблемы есть, с получением статуса? Ну, определенные проблемы есть, то есть в этом направлении мы сейчас работаем. Угу. Есть другие вопросы, связанные с тем, допустим, проходение по закону есть, то есть каждому участнику АТО должны выделить земельный участок. То есть в этом есть тоже обращаются вопросом многие. Угу. То есть, ну, такие текущие проблемы, и как бы мы хотим дальше заниматься этими вопросами. То максимально есть, помогать. Максимально а что помогать. Нужно? Вот нужно обозначить, да, я слышала, что сейчас даже нет полного учета людей, которые вот были в зоне боевых действий. Проблемы с получением статуса, потому что не всех зарегистрировали. Как эта процедура начинается? Вот. Это нужно получить какую-то справку. Ее легко получить? Сейчас это как бы все-таки судовую систему никто не отменял. Как бы если предоставляется, что все-таки он поступил с ранением в госпиталь, он угу. поступил с определенными травмами в госпиталь, из зоны АТО поступил, то есть оно все декларируется. Там уже все. Как бы то в госпиталь все. То есть это учтены, уже можно. Там, да. То есть это уже можно. Это не просто парень, который пошел в какой-то, встал где-то там возле, где угу. разорвалась мина, и он оделся в военную форму и пришел, говорит, меня ранило, вот так и так, документов нет. Документально оно есть, штампы все есть. Просто что оно теряется, как говорится, своего рода из вида, но когда начинаешь поднимать дела в суде, то есть люди начинают моментально находиться угу. в своей среде. Вот, я, находясь в Литве, общался с людьми, которые с министерства, вот, они уже предоставляли справку о том, что уже 13 тысяч получило участников боевых статусы. Действий, статусы, да, уже удостоверение. Это, если я не ошибаюсь, идет там 6 тысяч, по-моему, идет именно Сбройные силы Украины, 5 тысяч идет МВДшные, и... Тысяча там идет добровольческие такого угу, плана. Угу. Ну что, к сожалению, время на сегодня наше заканчивается. Ну, могу вам сказать только спасибо, что держитесь и сил побольше вам. И дай Бог, чтобы все-таки ваша деятельность сегодня здесь заканчивалась, чтобы не было дальше продолжения и не было новых трагедий и, не дай Бог, ранений или еще чего-то худшего. Спасибо за визит к нам в студию. Спасибо вам. Всего вам доброго. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.